Здравствуйте, господин посол. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию ответить на наши вопросы. Известно, что вы прекрасный специалист по России. Вы организовали в Тегеранском государственном университете кафедру изучения нашей страны. И хотелось бы спросить, какие задачи перед собой вы ставите как глава дипмиссии, как новый глава дипмиссии, и каким вы видите развитие отношений между Россией и Ираном в ближайшее время? У меня была еще одна миссия, еще одна командировка в России. Тогда мы постарались представить Иран в России, современный Иран, и дать реальное представление из нынешнего Ирана. И в Иране тоже есть недостатки информации о современной России. И чтобы восстанавливать хорошие отношения, первый шаг – это чтобы узнать друг друга хорошо. Я думаю, что нам надо в этом плане поднимать много шагов со стороны Ирана и со стороны России. И поэтому там мы открыли негосударственный институт по изучению России и Евразии, и тоже в Тегеранском государственном университете открыли кафедру. Я могу сказать, что на высшем уровне, на уровне государства, в Иране есть большое намерение сотрудничать с Россией. И в России тоже мы увидим. Я тогда чувствовал это, и сейчас увижу, что есть большое намерение. Например, у обеих президентов есть очень серьезное намерение вот, расширить наши отношения. Я считаю, что взаимоотношения Ирана и России оригинальные, и здесь большой потенциал. И перспективы тоже очень хорошие и очень надежные в разных планах. Я могу перечислить здесь и сельское хозяйство, и промышленность, и атомное сотрудничество по атомной программе, и покупка товаров и в банковском сфере. Поэтому большие сферы, большие аспекты для сотрудничества с Ираном и Россией. У нас есть неофициальные версии, неофициальные статистики, что начался рост обмен товаров в 2014 году. Я могу сказать, что наша большая задача поднимать обмен товаров и поднимать уровни экономические отношения между Ираном и Россией. У нас древняя общая культура и общая история, общее сотрудничество. И господин Путин отметил, что начался новый этап взаимоотношений Ирана и России. И господин Рохани тоже, наш президент, недавно на свое интервью на телевидении Ирана тоже сказал, что мы скоро наблюдаем подъем отношений экономического сотрудничества между Ираном и Россией. Но поэтому наша большая задача, во-первых, укреплить разные сферы наших взаимоотношений. Во-вторых, поднимать объем экономического сотрудничества и объем обмен товаров. После встречи двух президентов в Бишкеке в сентябре прошлого года, есть серьезные намерения двух сторон и в России, и в Иране. После того, что появились, можно сказать, хорошие взаимопонимания между двумя президентами, расширить взаимоотношения Иран и Россия в разных сферах. К сожалению, можно сказать, после санкций, которые Соединенные Штаты Америки, в частности, тоже Совет Безопасности ввели против Ирана, наши экономические взаимоотношения падали. Но у нас есть неофициальные версии, неофициальные статистики, что начался рост обмен товаров в 2014 году. Скажите, а каким вы видите развитие наиболее интенсивной отрасли между нашими странами? Это в атомной энергетике. Хорошие, большие перспективы есть. У нас есть почти уже приблизительная договоренность по
строительство второй станции Бушегра. Наши организации по атомной энергии Россия имеют Росатом, и наша организация по атомной энергии ведут переговоры сейчас. Я думаю, что уже скоро они окончательно договорятся и будут подписывать договор тоже. Но атомный аспект – это не только единый аспект, над которым мы работаем. По железной дороге у нас хорошие переговоры сейчас идут, и хорошие договоренности есть. По электрификации железной дороги Ирана есть проект Инчебурун и Гармсар, есть другой проект Рашт-Астара. Есть еще другой проект, это трехсторонний между Иран, Россия и Азербайджан. Возобновит тот железной дороги, который существовал во время Советского Союза. Это может очень сильно влиять на расширение и подъем взаимоотношений Ирана и России, и на в плане транзита вот, в регионе. Соединяет Иран с Азербайджаном, а через Азербайджан с Россией. По разным области промышленности тоже сейчас идут переговоры. Мы недавно даже, это не только экспорт из России в Иран, мы наблюдаем и промышленный экспорт из Ирана в Россию тоже. Мы на прошлой неделе как раз в Тегране участвовали на церемонии отправки первой части автомобиля, который отправится, экспортируется в Россию. Вы знаете, что в Иране сейчас производятся хорошие автомобили. Иран Ходро. Иран Ходро, да, для среднего класса, которые они стоят не очень дорого. Пока 100 можно сказать, отправили они, но договоренность 10 тысяч в течение 2014 и 2015 года, в 2015 году. Но это не только Иран Ходро, и подписали контракт Сайпа тоже со своим русским партнером. Поэтому есть большие перспективы по промышленности и по лекарству тоже сейчас очень хорошо принимаются некоторые виды иранских лекарств, здесь импортируются в Россию. В плане экспорта тоже много что есть в России и по промышленности, и по зерну. Есть большая вот, потребность в Иране. Поэтому я думаю, что тот сейчас объем взаимоотношений, который мы имеем сейчас, даже тот максимальный 4 миллиарда, который мы имели в 2011 году, это совсем не соответствует и наши потребности, и наши потенциалы, которые есть. В эти дни проходят переговоры шестерки по ядерной программе Ирана. Как вы оцениваете эти переговоры? Надеемся, что до 20 июля получится какой-то результат. И Иран полностью готов решить все вопросы и полностью готов подписать соглашение. Я думаю, что на этот раз уже большая ответственность нашей шестерки. Те санкции, которые были и есть с самого начала, они были несправедливыми. Знаете, Иран во свою атомную программу всегда было очень ясно и понятно. Иран считает, что имеет права на невоенную атомную программу. Это для Ирана красная линия, имеет такое право. И это соответствует со всеми международными порядками и международными законами. Но с другой стороны, Иран, значит, Иран не будет игнорировать свои права. Ни в каком случае. Но если есть какие-то непонятные, недопонятия, Иран всегда был готов показать, что
атомная программа Ирана не военная, а мирная. Даже мы считаем, что те сотрудничества, которые Иран имел с МАГАТЭ, это в истории МАГАТЭ уникальная. Мы думаем, что никакая страна, насколько обширна, не сотрудничала с МАГАТЭ. Сейчас идут переговоры, снимаются санкции, конечно, из Ирана. И это как раз справедливая линия, которая должна расширяться. И уже мы надеемся, что все санкции снимаются скоро и стабилизируются вот, ситуации в этом плане. В соседнем Ираке боевики группировки «Исламское государство Ирак и Леванта» фактически ведут религиозную войну. Уже погибли сотни мирных жителей. И что намерен делать Иран в этой ситуации? Может ли он скооперироваться с Соединенными Штатами для решения этой проблемы? Те политики, которые провели чужие страны в нашем регионе, это было неправильно. Вот мы увидим результат. Через 15 лет, через 10 лет это показывает, что они были не бриллиантные политики, то, что вели под флагом распространения демократии и так далее в нашем регионе. Но здесь, и во-вторых, большая ответственность на всех нас. Я думаю, что сейчас мы здесь увидим два момента. Первый, мы должны объединить всех сил против терроризма. Терроризм не имеет хорошим и плохим видом. Терроризм – это терроризм. То, что в Сирии, или то, что боевики, которые в Сирии воюют уже несколько лет, и то, что в Ираке, и то, что в Афганистане. Я думаю, что немедленно все должны объединить всех сил и бороться с терроризмом. Но у Ирана такая политика, что не вмешивается в дела Ирака. Мы думаем, что в Ираке есть легитимное правительство, которое недавно как раз избирали. Поэтому все должны поддержать Ирак. А это сам народ Ирак, это само правительство Ирака. Вот легитимное правительство, которое сейчас на власти в Ираке. Они должны решать, но все должны поддерживать, конечно, и морально, и материально, чтобы иракское правительство могло выйти из такой ситуации и принести покой и мир в стране. Спасибо, господин посол, что нашли время ответить на наши вопросы. Вам спасибо и зрителям, которые выделяли внимание.